В прошлом интервью ребята говорили, что хотят сыграть с No Name. Сыграли, к сожалению, проиграли. Что можешь сказать по игре? Игра была, в принципе, хорошая. В первом тайме был приличный такой... Лично интенсивная игра с нашей стороны. К сожалению, нам не хватило запаса. Некоторые игроки не смогли явиться на матч, но, к сожалению, во втором тайме мы потеряли немного в скорости, в концентрации, подустали. Да и было небольшое давление со стороны противника в виде разговоров с судьей. Судья никак не пытался это урегулировать, и, в принципе, наши амбиции как-то... Под конец тайма закончились, и мы пропускали голов. Но, в принципе, какой-то частью игры мы достаточно довольны. И, думаю, сегодня с хорошим настроением покинем игру. С этой командой находитесь примерно на одних позициях в турнирной таблице. Как думаешь, одного класса примерно команды или нет? Да, конечно. И турнирная таблица это показывает. Опять же, если бы у нас была глубина запаса на сегодняшний день, буквально 3-4 замены, я думаю, мы до конца сыграли бы на равных, в ничью, а может быть, даже смогли бы претендовать на победу. А есть ли вот эта как раз глубина, там, эти 4 человека в составе на заявке, или будете искать, или будете как-то решать эту проблему? Да, они есть, но по определенным обстоятельствам они не смогли сегодня явиться, к сожалению. Но я надеюсь, что до конца турнира мы сможем все-таки подтвердить те слова, что мы на равных позициях и закончить недалеко друг от друга. Вот, если вопрос стоит так.